Сегодня у нас начались соревнования по троеборью. Соревнования наши открывают девушки. Сражаются достойно, борются за каждый подход. Рубились две девушки, они хоть и в разных категориях, но борьба у них шла, кто больше поднимет вес. У нас Дарья Черткова установила рекорд в приседе 180 кг среди женщин в категории 63. И Наталья Басенко в категории 57. 177,5 кг покорилась ей штанга сегодня. Соперники достаточно сильные. Вот, многих знаю, уже встречались ранее на соревнованиях. Подтянули свои результаты все, смотрю. Ну, будем бороться, будем стараться, мы тоже готовились к ним. Желание самое главное. Вот, хорошего наставника, без него никуда. Бывают стрессы, бывает все, только он тебя поддержит, наставит. По большей части все зависит, я считаю, от тренера. В Артеме удобно, да, очень хороший зал, хорошая разминка, хороший помост. Удалось вчера установить рекорд края в приседании. Вот. Ну, готовились давно с тренером. Получилось, слава богу. Я уже в возрасте. Интересно побороться с молодыми. Не выхожу на соревнования, если не показываю что-то новое, новый уровень, новые веса. Я выступал в 2015 году на чемпионате России. Вот, зайдя сюда, я опять ощутил вот этот дух соперничества, вот эту организацию мощную. Все выведено, все информативно. В копилке нашей сборной три кубка. Один по троеборью и два по классическому троеборью. Это относительно других команд невероятно. Еще никто, по-моему, не увозил столько кубков.